1 сентября 2022 года у нас обновилось полностью меню. Дети отмечают, что блюда стали разнообразнее и вкуснее. Это хорошо, когда у тебя есть выбор. Ты можешь выбрать либо бульон, либо борщ. Родители говорят о том, что дети стали лучше питаться, потому что если раньше они жаловались и говорили, что вот, все одно и то же, то сейчас, опять же, повторюсь, есть выбор, меню стало разнообразнее, а еще очень важно, чтобы оно было не просто полезным, а еще и вкусным. Поэтому дети говорят, что ура, сегодня пельмени! Особой популярностью пользуются наггетсы с томатным соусом, блинчики с различными соусами. Дети имеют возможность выбрать и горячие блюда, это либо куриный бульон, либо суп на выбор. Родители очень довольны, и ученики с удовольствием посещают нашу школьную столовую. На мой взгляд, съедаемость блюд в этом году увеличилась. Если у нас раньше были в классе дети, которые не очень хотели идти в столовую, то сейчас все идут с удовольствием, всем очень все нравится. И после завтрака они сразу, если они на первом уроке сидят немножко такие слабые, да, после завтрака все очень активные становятся. Меню стало больше адаптировано ко вкусам современного школьника. Даже сами названия, допустим, мясо по-мексикански, тоже соус Альфредо, звучит настолько вкусно, что хочется сразу же съесть. Ну, детям это, конечно, нравится, как будто ты пришел в ресторан. Дети довольны, они с удовольствием ждут, когда же будет завтрак, когда будет обед. Отпустите нас на минутку пораньше, чтобы не стоять в очереди. Я сама хожу в столовую и очень довольна.